В Москве на выставке «Форуме Россия» губернатор Приморского края и председатель Гомельского областного исполнительного комитета подписали договор, который подразумевает развитие международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах. Приморье, несмотря на большое расстояние, имеет тесные связи с Республикой Беларусь. Наш торговый оборот более 22 миллиардов рублей и нарастает с каждым годом, и большой удельный вес мы видим есть именно в Гомельской области. Продукция Туровского молочного комбината, в частности сыры, пользуется большой популярностью у жителей Приморского края, так же как продукция мелковита, кондитерских изделий, фабрики «Спартак», сельском хозяйстве. Надеюсь, что подписание сегодняшнего соглашения даст нам новый этап развития отношений между Приморским краем и Гомельской областью. Спасибо. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко наградил Олега Кожемяка знаком «Дружба народов». Напомним, международная выставка «Форум Россия» учреждена указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие нацелено на демонстрацию важнейших достижений страны, а также на повышение уровня информированности населения о 89 регионах России. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.